Ребята, привет! Я нахожусь на территории бывшего Инжаминского санатория. Почему я говорю бывшего санатория? Потому что на сегодняшний день, в 2018 году, здесь нет никого. Здесь территория полностью заброшена. Я был здесь буквально год назад, и вот в этом основном корпусе были еще охранники. На сегодняшний день здесь полный разгром. Сейчас я вместе с вами пройду на территорию первого корпуса. Как я и говорил, здесь полная разруха. Сейчас находимся на первом этаже. Здесь, по всей видимости, была какая-то приемная или что-то в этом роде. Здесь полная анархия. Еще остаются ручки, карандаши. Ситуация, конечно, здесь очень плачевная. Мародеры пока еще не совсем все разобрали. Еще имеется некоторая часть мебели. Электронику, соответственно, уже разбирают на медь. Полный погром. Жуть, конечно. Все просто в полном разгроме. Но это только, друзья, начало. Все активно разбирается на медь. Ничего не оставляется. Пройдемте первое крыло корпуса. Первый этаж. Первый пролет. Здесь активно уже все разбирается. Растаскивается. Здесь, по всей видимости, были палаты отдыхающих. Вот в каком все состоянии. Все еще пока сохраняется какая-то часть мебели, халаты, простыни. Еще один номер. Видите, даже обувь сохраняется еще. Предметы какие-либо. Здесь ничего нету. Халаты медицинских работников. О, какие-то записки медиков. Давайте посмотрим. Ага. Здесь речь идет о Нижнем народном суде. Директор санатория с июня 2015 года по январь 2016 года не выплачивал зарплату 64 работникам. В результате за полгода образовалась задолженность на общую сумму почти 2,5 миллиона рублей. При этом все это время на расчетный счет и в кассу санатория поступали денежные средства. Но они расходовались на оплату услуг и расчеты с контрагентами. Истцы, ответчик санатория. А, это, видимо, доктора подготавливали именно вот это вот исковое заявление на то, что им как раз-таки не платила зарплата. Да, вот речь как раз идет о нем. Мы работники санатория Инжаминский за период с июня 2014 года по настоящее время заработную плату не получили. Просим взыскать задолженность у санатория Инжаринский. Что далее? Здесь несколько подписавшихся. Так как справки о задолженности по зарплате на руках нам не выдают. Просим запросить у ответчика дело, просим рассмотреть в наше отсутствие. Да, это исковое заявление. Ну и, соответственно, работники, которые подавали эти исковые заявления. Да, это, по всей видимости, кабинет медработников. Бедных людей, которые жестоко обманул здесь начальник этого Инжаминского санатория. И все так, видимо, и осталось на столе. К сожалению, не тронуто. Все вот в таком состоянии. Здесь бросили все абсолютно документы. Здесь даже вот имеется санитарно-эпидемиологическое заключение. То есть все документы врачей до сих пор сохраняются. Какие-либо. Да, это кабинет медработников. Идем дальше. Каждый кабинет содержал отдельно свой туалет, раковину. Вот, можно было свободно здесь, не выходя из кабинета, умыться, то сходить в туалет. Но сейчас этого не происходит, потому что полнейший идет разгром. Здесь тоже какие-то документы медработников, письма. Здесь также какие-то приборы. Затраты на производство, инструкция. Судя по документации товарным накладным, ну, например, вот товарная накладная на отпуск газа. Я как понимаю, это товарная накладная на месяц. Сумма составляла порядка 159 тысяч рублей. То есть затраты на санаторий были достаточно крупные. Сейчас мы с вами проходим в зал отдыха. Вот он сзади меня. Здесь до сих пор еще сохраняется несколько кресел, которые, в принципе, можно отсюда вынести.
принципе, можно где-нибудь на улице на них посидеть, но ничего пока не трогается. Здесь, видимо, отдыхали медицинские работники, ну и, соответственно, отдыхающие дети, потому что санаторий принимал детей от 4 до, по-моему, 17 лет. Здесь лечились ребятишки раньше. Бесконечное количество табуреток, просто их тут завалом. Думаю, это здесь не пролежит достаточно долго, потому что уже вы видели на улице стоят табуреточки. Но это, видимо, еще одни такие, либо кабинет отдыха врачей, потому что здесь, вот смотрите, в каждой имеется также туалет, раковина. Идем далее. Такие ужасные коридоры, нет света. Но у нас сегодня день, мы можем с помощью света и закона походить. Но здесь такие типовые в основном все кабинеты. Здесь туалет, а вот комната отдыха, матрасы, подушки. Просто бесконечное какое-то количество подушек. Нашел бумагу по счету, здесь МТС. Сейчас посмотрим, что это, видимо, какая-то задолженность по либо оплате интернета, либо... Так, израсходовано за период 192 рубля, остаток 34, руководитель организации. Эксклюзивная услуга ограничена, Тамбов, тарифные планы. Это, видимо, за телефон. Да, это телефон. Мобильные номера, счета за мобильные номера, то есть они... В буквальном смысле не оплачивались, потому что были лежали в коридоре в закрытых конвертах. Первый этаж я осмотрел, здесь все типичные номера, палаты, туалет и зона отдыхающего, там либо диваны, либо кресла. Давайте подниматься выше и смотреть, что на верхних этажах, именно те места, где расположены лечебные сектора. Так, мы в корпусе водогрязелечения. Уху-ху-ху-ху, какие здесь огромные коридорища. Даже не знаю, как мы сможем все это пройти. Здесь ванное отделение. Даже уже не то, что раковин нету, ничего нету. Здесь вот такие вот коридорчики, видимо, для прохода были. Еще и сохраняется некоторые части ванны. Раздевалочка. Пройдем по... Посмотрим на эти ванны. Вот таким вот образом осуществлялось водолечение. Специальные трубы с краном достаточно крупным. Даже еще что-то вращается и крутится. И здесь пациент, соответственно, получал свое восстановление. Но это было раньше. Сейчас все вот в таком состоянии. Я так предполагаю, что давно, довольно-таки давно не используются уже эти ванны. Порядка уже несколько лет. Но все однотипное на несколько человек. Здесь тоже успели украсть рукомойник, наверное. Продолжаем движение. Теперь мы подходим к грязелечебнице. Ху-ху-ху, какие огромные коридоры. Пустые, мертвые. Ну, здесь, видимо, зал отдыха был. А, нет, здесь какая-то была палата. Судя по всему... О, коктейли Молотова. Практически. Смотрите, вон, крышечка такая. Не будем трогать эти химикаты. Одежда работников до сих пор сохраняется. Какая-то фуфайка, тряпки. Все, что нельзя взять, все оставлено. Пахнет медикаментами. Такой специфический запах именно лекарств. Причем такой очень яркий. Не знаю, что здесь производилось, но здесь есть такая вот нумерация. До 9. Есть розетки. Не знаю, что здесь именно в грязелечебнице делалось, но что-то делалось. Идем дальше. Ну а это, по всей видимости, уже грязелечебница. Пройдемся, посмотрим повнимательнее. Вот это помещение служило, все, по всей видимости, как VIP, потому что оно расположено отдельно от всех остальных
грязевых ванн. Здесь свободно мог отдыхать пациент. Здесь подавалась ему, соответственно, через вот эти вот краны грязевая вода. Здесь что-то еще проводилось через вот эти шланги. Что вот это за приспособление, я, откровенно говоря, даже не знаю. Здесь какие-то повязки вот такого вида. Куда они одевались и что, какую функцию выполняли, я не знаю. А вот это уже общественная палата, не знаю почему, но здесь довольно узкий проход. Я еле сам прохожу, хотя довольно-таки крупный мужчина. Вот, я нахожусь именно в общественном месте, где грязевые ванны. Видите, да, здесь свободный проход, здесь также отдыхали пациенты в своих ваннах, но сейчас покажу поподробнее. Вот также здесь они отдыхали, получили грязевой поток и получали свое лечение. А эта ванна уже такая по современнее, поновее, такое впечатление, что здесь все-таки кто-то пытался восстановить эти помещения, потому что вот в этом части еще стоит старая ванна, а если продвинуться вперед, то вот они стоят уже более такие новенькие ванны для грязевых процедур, но все уже разбомбили напрочь. Вот через этот кран подавалась, соответственно, холодная и горячая вода. Она смешивалась с грязевым составом и попадала в ванную с пациентом. Ребята, я нашел какую-то эксклюзивную штуку. Смотрите, закрытый бак. Видимо, там еще были такие крутые процедуры. Сейчас посмотрим поближе. Вот он, этот бак. Без окон, без дверей. Но я предполагаю, что пациент загружался через верхнюю часть. Вот здесь такие есть характерные петли. Та вот туда заливалась именно грязевой состав. Чумовая штука вообще. Там полностью был погружен. Не знаю, как он там смог получать кислород, но вот такими великолепными вещами раньше лечили от кровеносных заболеваний людей. Но, как всегда, руководство, высшие чины засрали все это место и просто уничтожили. Вот здесь, друзья, я попал вообще в удивительную штуку. Здесь, как я понимаю, производилось именно... Пациент стоял возле вот этой стены, ну, соответственно, там, не знаю, обнаженный, в трусах. И вот с помощью вот этого препарата, вот здесь вот, подавался поток жидкости на него, как из бронзбойт. И его, соответственно, там промывали и прочищали такой вот, можно сказать, массажный душ стоя. Здесь также есть еще кабинки. Вот смотрите, видите, пациент здесь стоял, тоже каким-то образом здесь его поливали. Он здесь получал какие-то лечебные свойства воды. Здесь вот тоже такие кабинки стоят. Тут уже, правда, с дверьми. Но, по всей видимости, здесь сливалась именно вода уже сюда, в эти части. Ну, классная штука. О, как бы я с удовольствием в таких местах поотдыхал бы, полечился бы. Я думаю, после недельной или двухнедельной процедуры я бы чувствовал себя просто на 10 или 15 лет моложе. Сейчас мы с вами направляемся на следующий этаж, в следующие лечебные корпуса. Мы добрались с вами до водолечебницы. Вот она на заднем плане, там большой коридор. Но здесь рядышком два интересных еще есть помещения, пройдем в них. Здесь у нас был спортивный уголок. Видите, такие старые советские стеночки, на которых мы тренировались еще в школе. Все такие вот окошки уже разбитые. Состояние потолка уже и стен оставляет желать лучшего. Здесь контролировать, соответственно, вес, раздевалочка. Все просто в удручающем состоянии. И, кстати говоря, потихонечку очень сильно все разваливается, протекают потолки. Здание потихонечку начинает со временем уничтожаться. Здесь игровая детская комната. Видите, мячики разбросаны. Какие-то тренажеры старого советского образца. Беговая дорожка тоже старого советского образца.
Вот еще одна такая же дорожка беговая. Удивительно, конечно. Сейчас мы пробежимся вот по этой стороне. Сначала я покажу вам, что здесь за водолечебница. Ну, соответственно, потом по этой. Типичные коридорчики. Здесь уже, можете видеть, полностью снесли все раковины. Но только вот такие шкафчики. Мародеры постарались на славу. Здесь, по всей видимости, были комнаты отдыха врачей. Различная документация. Вот на таких диванчиках, по всей видимости, и происходило тут водолечение. Здесь подводились какие-то... Вот вода. И здесь, я не знаю, обмывали, что ли, их пациенты. Я, откровенно говоря, даже не знаю. Здесь диванчики со специальной тканью, непромокающей. Видимо, каким-то образом, я не знаю, их тут... Не знаю. Друзья, пишите в комментариях. А вот как раз таки, наверное, вот этот вот и есть грязевой состав, который именно лечится. Можно прям даже забирать и лечиться, но, думаю, нужно особенные какие-то рекомендации, наверное, да, по приготовлению этого состава. Разгромили все, мародеры. Всю медь вон похерили. Ничего не оставили живым. Все вокруг меня просто в полнейшем разгроме. Ладно, продолжаем, идем в другое крыло. Ну, а здесь уже лечебные ванны. Вот они. Здесь, как всегда, такой типичный коридорчик из нескольких отсеков ванн. Вот здесь такое специальное надо приспособление, подголовничек такой, чтобы пациенту было удобно лежать в ванне. Что еще здесь у нас? Вау! Вот это аппарат, друзья! Какой-то просто безумная машина для лечения. Сделана из жесткого пластика. Здесь, видимо, была, подогревалась температура. Различные были составы воды, холодные, горячие, какие-то зеленые именно краны. И здесь полноценно подавалось какое-то лечебное средство для пациента. Ты забирался он. И сюда поступала жидкость. Причем надо сказать, что не просто поступала жидкость. Его из этих шлангов, по всей видимости, еще и поливали сверху. То есть здесь прям можно вполне кайфануть. А сейчас я увидел, что же это такое. Это кабинет подводного массажа. То есть, видимо, здесь пузырьки подавали снизу, как у нас в джакузи. И здесь пациент получал, не побоюсь этого слова, кайф. И таких кабинетов масса, как оказалось. Ну вот он, еще один аппарат для подводного массажа. Он настолько советский. Выглядит, как всегда, мощнейший просто. Вот здесь подбиралась какая-то температура, жидкость. Да, конечно. Выглядит прям мощь. А здесь уже кабинет вихревых ванн. Здесь немножко другая уже ванна. Она более глубокая. Здесь, наверное, нужно было стоять, и обрабатывалась как раз нижняя часть туловища человека. Подавалась холодная вода, тоже холодный, а это холодный душ. Здесь вода, здесь какое-то еще что-то подавалось. И вот таким образом пациент здесь стоял и получал свои процедуры. Ух, тут даже мотор, гляньте, какой огромный. То есть что-то внутри происходило. Либо бурление, а, вихревые ванны, какое-то, видимо, завихрение было. Завихрение самой воды, и нужно было подниматься вот по таким вот деревянным ступенькам, нельзя было. Ну, заменить, наверное, нельзя было, потому что денег не то, что на что-то, на какой-то ремонт. На зарплату людям не хватало. Ну, вернее, не хватало, а, наверное, этот товарищ начальник себе в карман их клал. Так, что у нас здесь? А здесь уже какие-то лежаночки. Кабинет номер 5. Просто лежаночка такая. Может быть, пациент отдыхал. Нет, видимо, какие-то опять-таки трубки. Здесь тоже какие-то были водные процедуры. Проходили. И так везде. Вот тоже такая вот
постелька. И везде мы заканчиваем проход этого этажа. Идем дальше. Также здесь присутствовал кабинет гинеколога. Вот оно, пресловутое кресло, которое довольно не любят женщины. Но приходится частично подчищать их. Лекарства еще сохраняются какие-то. В основном это вазелин и вазелиновое масло. Я продолжаю свой сталк по этому, безусловно, интересному месту. Ух, друзья, адский коридор, черт возьми. Здесь без фонарика не обойтись. Но здесь, по всей видимости, детское крыло. Вот здесь вот детнадзор, что-то, какой-то кабинет. Просмотрим. Хо-хо-хо. Ребята, это же бассейн. Вы представляете, здесь был бассейн. Посмотрите, какой он огромный. Просто шикарное место. Огромнейший просто бассейн, очень глубокий. Смотрите, какие масштабы этого бассейна. Это класс. Причем он какой-то был двойной. А, нет, здесь вход, спуск, и можно было плавать. Просто шикарное место. С разных сторон здесь можно было отдохнуть, повисеть. Да. Такое место уничтожить, это надо быть полным кретином. Здесь еще один кабинет с анализами. Посмотрите, какой крупный кабинетище. Но здесь уже какие-то полноценные пробирки уже имеются. Здесь, видимо, с чем они? Так, вода для инъекции, водяной раствор. Лампа с динамиками. Какая-то электрический спецприбор для анализов. Ну, а здесь, по всей видимости, проводились тоже какие-то анализы. Опять личная медицинская книжка, кто-то бросил ее. Вот еще один ящик с какими-то препаратами страшными. Нет, трогать не буду, там даже нарисован череп. Что у нас здесь? Какие-то журналы приема людей. Да, тут фамилии, Ванько, Леляко, плюсики различные, Рязань. Вот, посмотрите, к примеру. А, нет, это врач. Зона назначения. Да, я подумал, что здесь можно будет по этим книгам определить, откуда человек, но нет. Это именно врач, зона назначения, ФИУ. Какие, сколько суток, чего. Да, все велось по советским аналогам. Все на книжечках. Кабинет теплолечения. Вот под такими шторочками отдыхали пациенты на этих диванчиках. Да, все в разгроме. Термомагнитотерапия. Вот здесь проходила. Каких только терапий здесь не проводили. И все засрали. Наверное, после таких вот магнитных терапий и вообще терапий в целом, человек приходил отсюда просто как новенький. Так, и представляете, ребята, что это всего лишь я прошел первый этаж, а еще надо мной порядка 5. Воздушно-углекислая ванна. Мегапрепарат. Здесь, видимо, человек стоял, его одевали вот в этот вот чехольчик, и он получал какие-то здесь процедуры. Время процедуры, газовые какие-то процедуры, время подачи газа. А вот это уже нежданчик, фитобар. Здесь такая вот барная стоечка, столы. И здесь какие-то фито, именно препараты, вот чаек, различные тарелочки. Ну, здесь, видимо, обедали, отдыхали, получали фито различные. А, это травяносные какие-то тут. А, вот. Информация, сбор желудочно-кишечный, успокоительный, сбор гипотензивный,
сердечно-сосудистой. То есть здесь были различные травы, которые лечили именно желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые соединения в организме. То есть вот такой вот фитобар. Что у нас здесь? Ух ты! Какой-то здесь прям VIP-апартамент. Смотрите, какие летние кресла стоят. Ох, это что у нас тут такое? Посмотрите-ка, как будто это на курорте креслица-то. И что это, интересно, у нас было? Какая-то штукенция. Судя по тому, что здесь полнейшая гидроизоляция потолка и стен. Потолок специальный, вот такие вот панели. Стены плитка, соответственно. Здесь у нас циркуляция идет воздуха, выпуск. По всей видимости, вот отсюда что-то здесь варилось, поднималось в воздух. И здесь люди принимали какие-то, видимо, какие-то принимали воздушные именно какие-то препараты. Не знаю, может, какой-то натрий, я в этом особо не шарю. Но интересно. Вот здесь человек принимал какие-то травяные зловония, добровония. Вот здесь вентиляция была, здесь он отдыхал, почему-то внизу есть дырочка. Что он тут, писал, какал, что ли? Так, соседний. Здесь тоже человек, вот, например, лежал, отдыхал. Здесь повышалась, по всей видимости, это плюсовая температура. А это уже минусовая температура. Или что-то... А, это какой-то слив, это была здесь вода. Вот написано слив, здесь, соответственно, краны опять, что горячее, холодное, и еще какой-то подавался раствор. Вот, соответственно, подавался через эти трубки. Здесь пациент лежал, отдыхал и получал какие-то травяные, по всей видимости, ванны. Ну что же, друзья, этот выпуск я буду подводить к концу, потому что на самом деле одним выпуском не проведешь вас по этому огромнейшему, безусловно, санаторию. Мы только прошли первый этаж, а тут еще и сверху апартаменты отдыхающих. Хочется посмотреть и другие корпуса. Увидимся с вами обязательно в следующих выпусках этого сталка. Ждите, скоро все будет. Пока-пока.